Начнем с главной темы. В Мытищах, как и по всей стране, идет частичная мобилизация. Вручают повестки. Мобилизованных отправляют к месту подготовки, где предстоит пройти обучение. Подробности далее. Сын так решил, что нужно защищать родину, что нужно защищать русских. И решил ехать. Мы теперь с бабушкой, с его, будем молиться, чтобы все было хорошо. И мы, конечно, надеемся, что победа будет за нами. Ну, я давно слежу за этой ситуацией всей. Вот, как мобилизация сразу объявилась, вот, поехал сам, вот, получил повестку. Вот сегодня уезжаю. Получили повестку. И, естественно, явились. Признано годно. Явились, как положено. Получили повестку с работы, вызвали военкомат, и вот теперь стоим здесь, провожаем на защиту Родины, надеемся, что все будет хорошо. Сначала волнение такое было, а потом как-то уже отпустило. Но сейчас опять так тревога есть немножко. Я хочу, чтобы папа поскорее вернулся. Пришли, вручили повестки с утра, отдали повестки, мы явились позавчера, и сегодня в 2 часа отправка уже. Пришла повестка, но, наоборот, надо гордиться. Мне очень тревожно, потому что двое маленьких детей. Мне очень тревожно, что он уходит. По традиции, напутствие русского воинства, мы пригласили отца Владимира, и он хочет также произнести напутственную речь. И дай Бог, чтобы Господь дал вам и крепости, и мужество, и терпение, усердие. Сегодня мы направили наших ребят на пункт сбора в город Тверь, на территории академии, которая там дислоцируется. Там они пройдут первоначальное комплектование, формирование, обучение, соответствующую подготовку. Это время займет порядка от 2 недель до месяца.